Приветствую всех любителей пошаговых стратегий. Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить за Маури Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейди к первой серии. Ссылка есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. Итак, уничтожили мы Мапуче. Замирились с Китаем. В общем-то, впереди нас ждет Колумбия, видимо. И я так думаю, что надо бы в нефть заглянуть, чтобы... Ну, тем более мы все равно... Переработка закрыта. Ну, мне надо открыть нефть, чтобы была возможность апать арту. Без арты мы не возьмем Колумбию. Ну и, собственно, еще и чтобы танки возможны были. Хотя в компьютере тоже надо поспешить. В общем, нам надо нефть сначала открыть. Увидеть нефть. И не умереть. Так. Я думаю, что города сами ко мне присоединятся. Я все-таки хочу чисто попрокачивать юниты пока. У меня Лян убрали из столицы, к сожалению. А Ганди объявил войну Майя. Закончился союз с Миниликом. Давайте продлим. Вроде ничего, так у нас все идет с ним. Нормальный парень. О, хоть что я ему заплатил. Ну, 2 золота. Вот нормально. Так, а у него свинки есть для меня. Давай поторгуем. Примем. Так. Дальше. И очередная сессия, видимо, не для меня. Провалил задание похитить ускорение. А почему? Он уже так развит, типа, я. Или я что-то открыл, то, что там было как раз ускорение. Одна на технологии, тогда будем. Так, сколько у нас до конца? 7 ходов. 7 ходов, и нам надо... 8 очков набрать. Ну, на нефти можем, например, набрать очки. Так. Так, забегу сюда на всякий случай, чтобы Колумбия не захватывала. Реально, Колумбия может зайти и захватить, я вот так подумал. Блин, может не выделываться, захватить его? Чё откладывать? Магнуса прокачиваем на кооперации. Блин, я вообще мог Мокшу взять, чтобы у меня все 7 это еще плюс очки эпохи. Скидка. Давайте апаем это в бомбарды. Блин. Я уже открыл арту и не могу апнуть в бомбарды. Но это тупо, кстати. Как бы я уже объединил их. Да. Так, ну тут придется ждать возвращения Лян. Вот здесь.
Да, открываю уже наш континент. Не знаю, что там случилось с колумбийцем, почему он так фигово стал развиваться в итоге. О, встретил какой-то город. Кардифф, причем первым. А, видимо, он превратился из варваров. Так, из того, что тут есть, прям сильно мне ничего не надо. Хотя Кумаси ничего так. Ну это городу-государству надо будет? Нет, наверное, не буду. По этому поводу. Вот три. Тут все обработано. Ну тут где-то надо еще. Так, и через сколько у нас лян вообще... Еще два хода, а потом еще он будет в город возвращаться. А где я строю потрясающий престижный пригород? Вот здесь. Тут я строю художественный музей. Ну, так, а Уэлья мапу когда к нам вернется? Так-то 4 хода, наверное, все-таки тоже захватывать надо и успокоиться. Блин, тут вообще закрыто. Я думал, может, еще какой-то проход тут есть от Китая и Шумер. Вообще все закрыто. Короче, надо сносить будет колумбийца. Забирать его, точнее. Нормальные даже вон кампусы стоят вроде. Так, помощь японцу давайте сделаем. Военный кризис против меня. Кто это подал, интересно. Сейчас, кстати, китаец вполне может вступить. Ну и хрен с ним вообще. Вступит так вступит. А еще будет прикольно, если Колумбия это примет. Ну. Да, приняла Колумбия с Китая, мой ржака. Так. Китай и Колумбия, да. Китай и Колумбия. Это уже другой кризис, там голосовали. Ну давай повоюем, дурачки. Так, и тут я куплю рабочего и сделаю, ну, уголь обработаю. Слушайте, вообще у меня как бы уголь, алюминий накапливается благодаря Хатусе. Может мне все-таки выйти в самолеты? Но я все равно сначала в компьютеры иду, и к самолету, короче, кстати, могут быть здесь. И мне все равно надо, ладно. В самолеты-то я выйду, но... Так, тут отойдем, чтобы этот вот нас не обстреливал. Прикольно, конечно, китаец построил военный лагерь. Не буду отвлекаться на него. Я все пододвигаюсь к Колумбии.
Кстати, вот это у нас вообще бомбарду можно объединить будет. В Адис-Абебу. Кайф, караванчик бежит. Так, стоим, ждем возвращения Лян. Но они же, кстати, мои союзники ж не вступают в этот кризис. Это как бы не считается, не влияет. Или вступили. Кого там к против Колумбии можно позвать? Венгра? А надо ли мне венгра звать? Да ну его нафиг. Я и сам повоюю. И на Колумбии тысяча... Хотя у меня, например, такая же армия. И у меня более современная, очевидно. Так, тут угольную надо строить. Художественный музей. Наверное, давайте Тадж-Махал доделаем. Это все-таки... Да, блин. Все-таки даст очки эпохи еще. С Жуаном истек. Посольство и какой союз научный? Оперу и балет ускорили, классовую борьбу ускорили. Тут, ну, тут пока на производство. А, кстати, еще Рурку я сейчас дострою. Я, по идее, должен выйти в золотой век. Я, слушай, это амбар достраиваю, но будет, тут будет жилье. Блин, не получу я тут бонусов. Хорошо, если я Саладину просто золото отправлю. Псс, он не принимает? Понятно. Говорит, просьба о военной помощи, но от тебя денег не возьму. Кайф. О, слушай, там Колумбия 2 очка дипломатической победы возьмет. Судя по всему. Нет, тут невозможно. Без шансов. Так, а с кем Китай воюет? Китай точно с шумерами вроде еще воевал, да? Да. Он из Португалии воюет и с Венгрией. Единственное, может еще Минелика подтянуть. Это походу за одно золото он примет. Ну, короче, у Китая все вокруг с ним воюют. Удачи. Че он в этот кризис влез со мной? Надеюсь, я... Все-таки никто не построит сейчас Рурку, и она достанется мне. Идите, войны, подальше от нас. Будто я тут всем тут войну объявляю, а не мне. Я даже, кстати, не помню, я вообще кому-то войну объявлял? По-моему, нет. То есть мапучи мне как объявили войну, так я его и забрал. Китай тоже объявлял войну вместе с мапучи мне.
Так, вообще надо ресурсы сейчас будет проверить и поторговать. Блин, нет. Ну, серьезно. Ну, это прикол. Ладно, сколько тут ходов? 5. У меня есть какое-нибудь чудо на 5 тут построить? Эрмитаж. А еще Тадж-Махал в один ход со мной, да? Угонят. Ну, попробуем Эрмитаж, наверное. Добыли нанотехнологии. Это приятненько. Так, три хода. Давайте пока отложу. Вот национальность, давайте все-таки открою. Нет у меня формального повода никому войну объявить. Похоже, нет. Да. Ну, надо национализм открывать, значит. Ух ты, где варвары спрятались? Давайте выманим керосира, чтобы он захватил этого рабочего. Подожду открытия национализма, объединю это в корпус, бомбарды в корпус. Все равно, повторюсь, бомбардами уже поздно атаковать надо. О, во куда он прется. Так. Надо как бы не дать ему пройти, в общем-то. Пускай железо грабит, и на этом все. Так, а где мои каперы? У нас тут две руинки наметилось. Далековато. Далеко. А, все, они тут все вместе, да? Ладно, давайте вот этим. Тут же есть проплыв. Сюда поплывем пока. Плюс 10 производства. Ну, нормально, давайте так, а потом зоопарк.
Так, а кампус тут красивый. Вот тут, конечно, должен был быть красивый кампус, но уже территория у Китая. Лян, столицу возвращаем. Сколько ходов будет ехать? Три. Раз, два, три руинки. Ну, правда, эту я не могу сказать. Не смогу капером взять. Уже какие-то рыцари-мечники идут нападать. А, не соблазнился рабочим, вы посмотрите. Там Пекин, Китай вообще когда-нибудь распилят? Так, давай есть нефть. На море. На море. Кайф. Ну, собственно, идем дальше пока. Нету смысла открывать танки. То есть мы пока не можем добыть. Опасаюсь бить, потому что пикинеры больно, мне кажется, ударят. Пока тут буду просто стоять, пока он сам от меня убивается. Перемещению возьму. Ну что, тут может захватишь рабочего? Так, 4 хода. Тадж-Махал, я уж надеюсь, я дострою. Оказание помощи. Эх. Чё ж тут строить? Давайте судоходство в гавани просто проводить теперь. В этом городе реально нечего делать. Так. У нас два заполненных. Древний-древний, средневековье, промышленный, античность, промышленный. Да блин! Даже невозможно три собрать. О! А как где мы тут осудим еретика? А тут не проплыть, блин. Ну ладно, скоро тут. Пока у меня капер там доплывет, уже начнут льды таять, я думаю. И мы проплывем. Так, Кахокию встретили. Пока не хочу туда отправлять послов. Я скорее буду в Фес отправлять. Может, еще научную где-нибудь встречу. По Эльмапу верфь. Кстати, вот тут, наверное, можно убрать лес. Он не будет влиять на это. Так что вот сюда я, наверное, поставлю кампус все-таки. А вот промышленную зону я не буду ставить. Я понимаю, что тут плюс 3 было бы с промышленной зоной, но я хочу сделать
хоть один раз какой-то притягивающий этот. Зоопарк. Галумапу. Так, если я тут зоопарк построил, то, видимо, вот здесь он уже будет не нужен. Да, пожалуй, тут уберем. Потому что уже в Нгулумапу есть зоопарк. Так, 4 хода, 6 очков. Тадж-Махал сейчас должен быть. Это 3 или 4 очка. А, кстати, нефть у меня тоже начинает благодаря Хатусу. Всерьез забываю про Хатусу, что раз есть Хатуса, то ресурсы все равно накапливаются. Если даже не обработаны. Так что, в принципе, я апнусь. В пушке. Блин, забыл. Забыл ресами поторговать. Да вы прикалываетесь, ну это говно какое-то, идите в жопу. А, или это Эрмитаж был, подождите. Сейчас я еще раньше времени орать стал. Да, это Эрмитаж, ладно тогда. Что это? Ну, а вот и Тадж-Махал. Ну, это просто у меня нет слов. Такой, знаете, как будто компьютер знает, какое я строю чудо, и сразу его хоба... На тебе! Чудо хотел построить? На! It is nationalism which engenders nations, and not the other way around. Объявить колониальную войну. Ну, мне уже нету смысла это использовать. Тут, наверное, тоже... Да, тут надо переместить... этого шпиона в центр города. Так, какие у нас еще возможны чудеса? Эйфелева башня. Ну, давайте попробуем. Тут ничего. Шпион 187, 165, просто я думаю 220, наверное, центр вещания. 220, 160, да, центр вещания давайте. То есть мы сейчас потратили производство на Тадж-Махал, его надо как-то вернуть. Да, блин. Я как-то передвигаю странно юниты. Есть мобилизация. Так, а за что я получил 2 очка? За пригород. И за первый армейский корпус. Так бы я уже был в золотом веке, а так мне еще 3 очка надо. Ну, Мокшу могу нанять, собственно. Не знаю, не хочу, я хочу Магнуса прокачать. Я думаю, что я наберу где-нибудь очки.
А смотрите, у Венгрии нету, только вот тут проход к колумбийцу. Да, карта, конечно, интересно сгенерировалась. Интересные континенты получились. Что, может, араба подговорить? А, я не смогу. У меня с ним плохие отношения. Это же арабская территория. Да. Где он? Ну да, плохие. А почему, интересно? Дружба с врагом и союз, видимо, с венгром. Ну, в принципе, давайте постою, пускай он сам меня поатакует. Или мне атаковать. Не, сам постою. Вот тут плюс еще 14 производства. Так, что теперь здесь? Делать аквапарк. Мне кажется, неинтересно. Центр вещания, военный лагерь. Пригород построить на плюс 3. Давайте, наверное, шпиона пока. Так, и здесь охрану природы, да, открываем, конечно же. И пойдем в мобилизацию. А биржи я уже могу делать? По-моему, еще нет. Нет, могу. Я бы две биржи построил. Во-первых, здесь. А во-вторых, видимо, здесь. Нет, тут нету центра коммерции. Тут центр коммерции. Вот, тут 6 ходов. Давайте просто купим. А, ничего не меняем. Ох, у нас сейчас тут еще плюс производство добавится. Тут сейчас станет 5-6 производств. Кого убило? Да ладно. Опять не поторговал ресурсами. Полевую пушку? Там что, ваншотнуло просто? А, он построил полевую пушку. Ну ладно, 14 заплачу, зато 3 ресурса сразу, это круто. Аравия с Китаем. Чё-то ты поздновато, мне кажется. С Китаем союзишься. Это уже бессмысленно. В общем, у нас на континенте такая ось. Португалия, Эфиопия, Шумер, Венгр и я. Против Китая, Колумбии, Германии и Аравии, видимо. О, заказник можно будет сейчас строить. 3 послов дает. Это пока не ставим. И, как я и говорил, вот у нас леса. 5 производства, 5, 6. Кайф, да? Так, сколько у нас заказник стоит, я бы его сразу купил. Плюс одноки и золото с синим клинком с престижем, притягивающий без улучшений. Ну-ка. О, как вам клеточки? И на эти работает. Кайф. Так. Спящие. Клумбийцы, такое ощущение, что просто приводят юниты на убой. Чтобы они тут умирали.
Так, ну что, обнимемся во рту? Я так думаю. Или лучше этих ребят апнуть во рту? Сколько у меня вообще нефти? А, у меня только две. Она в минус пойдет. Ладно, давайте просто пока подойду. Тут встану, чтобы кирасиры не начали бегать. Тут я уйду, не хочу, чтобы меня убивали еще пушки. Кстати, а тут уйдет производство, если я сейчас обработаю оленей. Или не уйдет, написано плюс 5. А, уйдет производство, да. Вот это зря, не надо было делать. Мне золото не так важно, как производство, конечно. Ну, давайте центр вещания. Так, шпиона в другой город Канады куда-нибудь. А, у нас только в Квебеке. Ну, там сейчас возвращается, да? Так, давайте просто в Квебек. Я могу стать сюзереном Кардиффа. И две энергии за каждое здание в гавани. А давайте, слушайте. О, и вот и недостающие очки для эпохи. А вот, смотрите, какой-то остров, да? То есть вот если бы я сюда приплыл, но дело в том, что я родился вот здесь. То есть, давайте еще раз, вот тут я родился. То есть, по идее, вот это остров для меня. То есть тут только сейчас какие-то эти появляются города, но это ж нереально, вы же понимаете, что вот отсюда так долго искать этот остров просто нереально. А так было бы круто, я бы вообще там один сидел и балдел. Что я плыл, и у меня ж война вроде с Колумбией. Так, зоопарк тут нам уже не нужен. Пригород тут, в общем-то, тоже не дамба. Ну, нету смысла строить дамбу. Тут есть у нас большой бассейн, а рядом с этой дамбой нету никакой промышленной зоны. Так, и я еще хотел на престиж, потому что, по-моему, где-то можно еще один заказник. Вот сюда надо заказник ставить, я думаю. Вопрос только в каком городе? Тут можно заповедник. Ага, не хватает. Давайте тогда в Певенмапу поставим заповедник. Тут будет очень приличный бонус. Так, угольную электростанцию. Театралку. Да, слушайте. Наверное, сюда. Чтоб соседство с кампусом еще было. Это красиво. Так, оружейная. Ну, тут можно пригород, наверное. Вон на плюс 6. Племя, шоколадные холмы. А, я даже еще тут очки получил. Первые унса. Слушайте, давайте в унсу еще, наверное, послов отправим. Что она дает? О, в торговых путях плюс еще денег. Нормальный будет. Отлично. Это очень неплохой бонус должен быть. О, Лян вернулась.
Так, ну все, тут, в общем-то, в столице больше ничего не улучшить. Так, 205 науки у меня, 269 у Менелика, 327 у Венгра. Так, ну тут надо активизироваться. Слушайте, мы начинаем отставать. Очевидно. Бенджамин Франклин may have discovered electricity, but it was the man who invented the meter who made it. Так. Электричество открыто, и тут у нас синтетический материал. Слушайте, ну аэродром я бы, собственно, если я сюда выйду, два аэродрома, но это долго будет. А, вот у нас химия. Блин, мне бы в химию... Не, мне кажется, мне сначала надо в компьютеры выйти, просто, иначе меня там затопит, у меня очень много хороших клеток. А потом уже идем в химию, вот так. Пока алюминий покопим. Катапульты приехали. Тоже смешно. Колумбия решила просто слить немного своей армии, что не обращаем внимания. Не знаю, кукурузу улучшить. Не, вот этот холм надо. Шахту построить. Так. Канада, Венгрия. Ну, просто с Венгрией и Португалией у нас союз, с Шумером тоже. Вот, Ганди надо отправить. Подождем, когда нефть откроем. Сразу обработаем. Пригород не могу устроить, потому что юниты стоят вражеские. Ну, давайте тогда военный лагерь пока. О, можно больше торговых путей. Давайте глянем, какой у нас самый выгодный. Из Уэнтемапу в Ракедет. А Уэнтемапу это вообще где? Вот здесь. Ладно, подождите, а... Может, есть и дорого, и... Нет, и доступное. И производство побольше. Вот Нагмапу в Адисабебу скорее. Давайте лучше вот этот.
Может, кампус построить. Давайте центр коммерции. Так. А кампус потом сюда пойдет. Вообще, нафига я тут Эйфелеву устрою, если она лучше всего в PL-мапу была бы? Или она вообще для всех клеток в империи? По-моему, только для этого города. А, все клетки земель вашей цивилизации плюс 2. Отлично. Тогда пофигу, где я строю. А канализацию мы когда откроем? Понятно. После компьютеров, очевидно. Пригороды, пригороды. Лучше не захватывать слишком много земель, вам все равно не хватит способности, чтобы ими управлять. Уже миллион раз я это слышал от компьютеров. Избежал погиб... Ну, хоть не убрал... губернатора у меня. Изгой. Явно он пытался что-то сделать. Так, что возьмем в новом времени? Я имею в виду, какую в золотом веке. Капитализм есть. Ваши международные... Дают плюс один за каждый разработанный редкий... Вообще интересно. Кроме того, можно вот этих губернаторов, может, сменить на либерализм просто. Но там, правда, и довольство, и два жилья еще. А тут одно удовольствие во всех городах. Давайте, наверное, на либерализм заменим. Скидка пока оставлю. Ну и рыночную экономику все-таки пока не хочу. У меня и так достаточно золота. Так, берем... Есть пульс паровой машины к оружию и реформа денежного обращения. Наверное, все-таки продолжу реформу денежного обращения, чтобы торговцев не грабили. Потому что у меня не так много компусов, а прям с соседством и того меньше. Нормально он забежал. Ладно, там уже поатакую. Слушайте, скоро может в город превратиться вообще-то. Может не трогать, тогда пускай будет там город. Еще одна ГГшка. А, что он? Пехотинцев. Не, жалко денег.
И у меня еще не открыты... ну, воздушные шары не открыты, или дроны хотя бы. Ну, я, собственно, в компьютер иду, тут как раз дрон будет, я куплю для арты. Тут, конечно, против стрельцов и пикинеров кирасира держать не очень. Да как-то вот так. Хотя там тоже стрелец и пикинер. Ладно, я, наверное, вот так отойду сюда. Биржа. Ты капитализм ускорил. И дальше мы в мобилизацию идем. О, боже. Пробежал. Таракан. Ой, ненавижу тараканов на своей территории. В танчики можно выйти с другой стороны. Но нефти у меня мало. Как мне этого кирасира ловить? Что, из стрельцов и пикинеров построить за один ход? Давайте. Пожалуй, отступлю. Что-то аж двумя такими юнитами меня атакует. Там уже увеличена возможность, то есть... О, Брюссель встретил. Ну, Брюссель так себе. Для авиации создать ПТ-команду. Так, давайте я глянем, где Венгер вообще по развитию находится. Ну, вот тут. На самом деле не так уж и далеко. Но количество науки 300, как и у этого 300. Ничего так. Да... Чуть позже. Кахокия, Кахокия. А, не, не будем союзить. Тут, наверное, не проплыть пока будет, да? Жаль. Так, универчик. Универ. Пригород. И здесь пока можно... Или нет, тут пока не буду пригород делать. Там могут просто опять встать и потрачу ход только. Монумент, амбар. Ну, нормально. Почему мне опять сообщили, что новая эпоха начинается? Так, пока стоим, ждем. Возможности нефть. О, убили шпиона чьего-то. Нет, он мне Евгения Онегина предлагал. Так мне его некуда ставить. Куда вот он носится? Что это за какие-то... Да ты, вы прикалываете, серьезно, мушкетера убили? Нет. Так, вот лис можно поторговать. Да, блин.
15, 13, 11. Все. Норм. Так, что тут давит? Колумбия. Удваивает очки. Знаете, флотоводцы. Юниты с указанным типом плюс 5 к боевой мощи. Давайте осада. Выбранный игрок я, 2 очка. За всемирную выставку готов. Так, тут вообще что-то важно? Это не важно, вот осаду можно качнуть. Ну, 6. Хотя, блин, тут 22 соперника осталось. Мне кажется... Ай, бессмысленно, я думаю. Ну, смотрите, я хотел 6, да, влить. Сейчас посмотрим, с каким перевесом пройдет. Так, не начисляются художника, ну и хрен с ними. Плюс 5 к боевой мощи, ближний бой. И это прошло. Хотя осаду я подавал, да? Раз, два. Ну, осада еще португалец был. Три. Да, слушайте, прошла бы осада. Ну да ладно. Что это, блин? Чё так много-то рыцарей побежало? Не, ну этого мы убьем. Так, и продолжим тут Марая строить. Их Мирои называю, не знаю. Через речку, но это посильнее у меня юнит, поэтому, пожалуй, проатакую. Да, не буду их трогать, пускай превращаются в город-государство. Хм. Давайте, наверное, возьму, сделаю еще одну арту. Забыл, что у меня эта пушка два раза могла стрелять. Так, на родной территории понижает уровень всех вражеских шпионов. Всех ваших шпионов увеличивается на один. Ну, хорошие прокачки этим шпионам получились. Тут пытаемся своровать ускорение. Центр вещания. Ну, морской порт, да, или гидроэлектростанцию пока. Я пока морской порт, потому что пищу дает больше. А потом уже... У меня пока электричество... Хотя... Ну, я вот тут, видите, строю гидроэлектростанцию. Там попозже. Так. Здесь я бы рощу сразу купил. Просто посмотреть. О! Найс, да? А там еще сейчас Эйфелька закончится. Это, я заповедник, наверное, покупать буду, так что надо отложить. Что мне тут строить? Знаете, торговый центр, может, буду строить пока. Так, здесь... Давайте биржу. Били вражеского шпиона Арабской империи.
Это араб у меня нейтрализовал губернатора, прикиньте. С Миниликом повысился. Экономический союз уровень. Блин, я все забываю каждый раз проверить торговлю ресами. Сейчас надо это сделать. Блин, все-таки убрали. Лян? Ну Лян, да, в столице. Все-таки в столице убрали губера. Одного я поймал, второй еще кто-то сработал. Охренеть. И кого там Федуту задержали. Дальнобойных атак возьмем. Не. Да, конечно, вот этот лагерь мне как все-таки как заноза в попочке. О, плюс один престиж на города, где распал. Отлично. Так моим заповедникам сейчас. Так я только думаю, какой конкретно город. Может, все-таки в этом городе? Тут престиж повыше выглядит. Да, давайте в этом городе будем его использовать. Да, 5 лян убрали. Ну, это... Ну, потому что, наверное, он еще не считался как... Я его прокачал, но он еще не считался в контрразведке находящимся. Следующим ходом. Следующим же ходом у нас. Нет, в компьютерах. Ладно. Опять там пушка какая-то едет. Ладно, будем там ловить наркоманов. Так, Марай закончил здесь. Морской порт. Давайте, наверное, археологический построим. Судоходство в гавани. Ну, тут можно морской порт. Ой, сейчас Эйфелевка. Если мне опять в один ход ее не заберут, то, конечно, Эйфелевка мне тут сейчас в бывших городах Мапуче очень так конкретно добавит.
Опять я не поторговал ресами. Рудник. А, разграбил. Разграбил, получается, железо. Ну-ка. There may be no forgiveness for polyester. Так, так. К лагерям. Геотермал. Вот можно на геотермалке это наконец поставить. И можно армии строить. Так, ну что? О! Красота. Слушайте, а имеет ли мне смысл вообще этого тут ставить? Что мне он увеличит тут? Потрясающий, потрясающий. Он же вот на это не работает уже, так что тут нет, наверное, нету смысла этого тут увеличивать престиж. Тут тоже везде потрясающий, да? Так, мне надо где-то здесь тогда еще заповедники делать. Давайте подумаем. Ну, выглядит как вот тут. Выглядит как тут, но только тут ни один город не дотянет. Вот здесь надо, да? Не, ну это только на два. Хотя, если я здесь уберу... А, слушайте, вот сюда надо заповедник. Точно. Жителей. Ну, я могу в этот город передать с другой стороны. Не, ну тут надо кампус будет делать. 7 жителей, когда будет. Так что вот сюда нужен заповедник. Форт я потом уберу просто. Где он? Во. Так. Ну и тогда... Ну тут все равно, там все равно потрясающе, по-моему. Опять же, и здесь... Ну вот здесь можно будет видеть, тут притягивающее. Если я использую... Использую, то тут станет... потрясающий. И тут надо будет ферму тоже убрать, очевидно. Так что перебрасываю в этот город. Блин, это команды уже у Китая. Ладно, надо, мне кажется, с ним мир заключать. Давай, может, за мировое влияние? Так, нормально. А, давайте заодно гипс. Ага. Уже меньше готов. Так, хорошо. Колумбия осталась. Не достреливаю ни до куда. Только вот этой пушкой. Артой, точнее, пушки. Это у нас вот это стоят.
сделай тут пригород. Не пойму. Не достроился таки, блин. Ай, блин, мешается. Ну, не, ну мне тут нечего больше. Ну что, армию строить для того, чтобы армии собирать? Давайте пушку. Причем корпус давайте. А, убили. Ну вот, хороший остров, да? То есть только сейчас тут что-то заселяет Россия, например. Я бы мог тут развиваться. Что там, чудо, шоколадные холмы. Такое ощущение, что вот он под меня был сделан. Красиво. Жалко, только 4 клеточки, правда, но тем не менее. Наконец-то у меня в игре заповедники заработали. И выглядят при этом качественно. А не просто попробовать поставить, а дай бог, что-то из них получится. Ну что, коммунизм, наверное, возьмем. Пока, наверное, не меняю ничего. Так, осуждает монгол, хрен с ним. Опять не поторговал ресами. Я не знаю, какая тут постоянно просто вот ощущение, как будто они мне не нужны. То есть как начинается ход, просто забываю. Кстати, у нас все города в католицизме, надо глянуть, что это дает. Но сначала будем торговать ресурсами. Только сейчас Эфиопия в посольство вышла. Кстати, у меня больше всех культуры похожи. Да. У Канады почти 400 науки. Так, примем коммунизм. Все наземные юниты плюс 4, бои не дают усталость плюс 100% при создании вспомогательных юнитов. Ну это, кстати, на дроны может. А ну я бы дроны купил просто. Поэтому. Ну, улучшение селитры угля, кстати, можно поставить, чтобы угля сейчас побольше шло. Пока. Содержание юнитов пофигу, это плюс 100%. Так, кампус, либерализм. Ну что, попробуем рационализм, глянем, сколько он добавит. Поселенцев нет, соседство театра, в общем, и так больше всего. Ну и либо губернаторы, кстати, вот довольство и жилье тоже неплохо. Плюс 2 к жилью. А, на тут я на шпионов поставлю. 293, вот, уже приятная наука пошла, да? Дает 6 единиц лояльности отказаться.
Ресы. Наконец-то я до них добрался. Итак, слоны не с кем торговать. Шелк у меня есть. Вино есть. Черепахи есть. Гипс торгую. Сахар есть. Пряности. О, у меня уже с арабом хорошие отношения. Давайте дружбу объявим. Ну, у него с ним еще и медом можно торгануть. Отлично. Меня устраивает. Так. Ртуть есть. Кофе есть. Алмазы с шумером. Игрушки, табак, торгую, еще и мрамор. Ну, там у него, кстати, не было два написано. Это, скорее всего, он какой-то получает. Трюфеля есть, оливки есть, янтарь есть, все это есть. Ну, вроде, да, вроде всем, чем можно, наторговался, наконец. Лян можем вернуть в столицу. И повысим Магнуса до кооперации. Следующим ходом глянем, какое производство в Нагмабу. Ну, уже 102 написано. Так, пока... Блин, там уже армия этих... Блин, ну и куда мне отводить? Наверное, вот так сделаю. С Колумбией тоже неприятно воевать, потому что у нее юниты на плюс одно перемещение. То есть они прям прибегают и такие... Очень быстрые начинают. Так, мне не хватает 4 хода, да, до заповедника, я так понимаю, да. Ну, давайте пока военную академию. Следующим ходом дрон купим. Так, и тут я хотел увеличить престиж. Блин, Волин прикольный город, только жалко, я его поздно нашел. Ну и, конечно, валет-то у нас нету, да? Это для того, чтобы покупать за веру в центре города. В центре города дамбы. Так, археолог. Давайте я тут построю археолога. Я берегу деньги, чтобы в заповеднике все скупить. Вот в Тепакахиве. Амбар растем. Ну, тут, наверное, кампус. Подождите, а этот к чему относится? Ух ты, прикол. Классовый бета коммунизм я уже принял.
СМИ. Вообще надо идеологию открыть на самом деле. Там хорошие карточки на соседство. Сразу основать посольство, да, давай. Вообще не против. Монголия, эти друзья с Германией. Ну вот сейчас уже будем строить дамбы. Будем дронами направлять атаки нашей арты против колумбийца. Но это, я думаю, уже в следующей серии. Давайте следующее. Кстати, очень длинное прохождение тут получается. Это уже 9-я серия заканчивается. Как бы конца еще не видно, да? 120-й ход. Во, появился Нгазгаргаму. Эх, жаль Нгазгаргаму. Жалко, что не Валет. Валетта, да. Жалко, что не Валетта. Так, ну Нгазгаргаму это тоже, кстати, крутая. Цена покупки всех наземных боевых юнитов за золото снижается на 20% за каждое здание в военном лагере города. Я бы союзил Газгаргаму. Честно говоря. Ну, опять же, повторю это в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!